Я вот работаю до сих пор еще в школе. Для меня сентябрь – это начало учебного года. И он у меня никак не вяжется с началом следующего календарного года. Поэтому пусть для меня пусть так остается. Так традиционно сложилось, исторически сложилось, воспринимается как факт. И все, поэтому ждем, встречаем, как всегда. И ни о чем другом просто и мысли не возникают. Ни о каких других датах и переменах. Лично я согласен с Петром Первым, потому что он очень грамотно сделал. Новый год должен быть с морозом, со снегом и со всеми другими зимними условиями. Здесь у нас разница просто старого нового стиля. То есть раньше Рождество предшествовало Новому году, вот, а сейчас оно стало позже. Вот это, конечно, плохо. То есть, ну что поделаешь. Церковный стиль один, да, светский другой. Конечно, зимой. Потому что, смотрите, какая снежная, хорошая погода. Вот снежок выпал в Архангельске, да, сразу чистенько стало. Так что замечательно зимой праздновать.